Навесні та восени у нашому організмі можуть виникнути загострення. Як їх уникнути та готуватись до цього періоду, знає Наталія Донцова, лікар-гастроентеролог. Дуже рада бачити вас, пані Наталю. Насправді, чому ж наш організм так створений, що навесні та восени ми відчуваємо загострення? З чим вони пов'язані? Ну, считается, что весна и осень – это является как бы межсезоньем. И в этот период, как правило, обостряются в основном хронические заболевания, потому что, во-первых, нарушается характер питания. Это раз. Мы от летнего переходим к осеннему питанию, то есть у нас резко сокращается количество пищевой клетчатки – это фрукты, овощи. Если переходить с зимнего периода на весенний, то здесь возникает второй фактор. Во-первых, само вот это межсезонье, это меняются климатические условия, и человек, находясь в стрессовой ситуации, перенеся какие-то инфекционные заболевания в период зимний период, могут, конечно, дать тот толчок, который и служит причиной возникновения хронических заболеваний. Но прежде всего на первое, даже на второе место выходят заболевания хронические со стороны желудочно-кишечного тракта. Это язвенная болезнь, которая характерна именно сезонностью. Это весна и осень. Хронический панкреатит, холецистит, гастриты и, конечно же, кишечная патология, потому что меняется характер питания. В период зимы мы употребляли меньше овощей, меньше клетчатки, но мы больше употребляли соленья, маринады, консервацию и, конечно, мучные изделия. Хлебобулочные. То есть это то, что является основным пусковым моментом для обострения хронических заболеваний гастропатологии. Может быть так, что люди, например, лікувалися так антибиотиками, и, возможно, в той час тоже могут возникнуть потом проблемы с харчевой системой в целом. Безусловно, потому что антибиотики, они влияют на микрофлору, и они нарушают вот тот баланс, который есть между хорошей, нормальной флорой и патогенной флорой. И когда происходит смещение патогенной флоры, они частично замещают хорошую флору, и происходят различные воспалительные заболевания в кишечнике. Возникают кишечные колики, и основной симптом может быть даже диарейный синдром. Но это все можно скорректировать. Так, и даже, можно. Да. И не всегда как бы алиментарный, есть такой алиментарный фактор, может послужить и пусковым механизмом, а именно инфекционный. Потому что за период лета и за период зимы и используя антибиотики, страдает наша иммунная система. А если она страдает, то в нашем организме еще одна бактерия начинает активизироваться, это хеликобактер. А хеликобактер, он как за собой тянет и обострение и гастрита, и язвенной болезни. Пані Наталі, ну, насправді, я зараз хотіла поставити таке запитання, яке хвилює багатьох, так? З приводу коронавірусу, наприклад, так? От зараз всі ось на такому панічному стані знаходяться, насправді, в місті вже готуються, ми всі готуємось. Чи можна уникнути і проблем з кишковим трактом? Чи можна зробити так, щоб людина все ж пройшло все нормально, і навіть якщо вона захворіє, то все ж ця система не так буде страждати, як могло би бути? Коронавірус, як і будь-яка вірусна інфекція, к сожалению, поражає епітелій легких і поражає епітелій кишечника. Поэтому на этом фоне могут возникнуть расстройства со стороны именно кишечной флоры. Но беспокоиться особо не нужно. Просто те пациенты, которые страдают хронической гастропатологией, и возникнув вот такие вот проблемы с кишечником, конечно, стоит обратиться и к гастроэнтерологу. Вот, для того, чтобы
сделав копроцитограмму, то есть исследование кала, и понять, какая конкретно флора в данной ситуации преобладает, и просто ее откорректировать. Но и семейные врачи, и терапевты, то есть те врачи, к которым обращаются пациенты с высокой температурой, с расстройством дыхания или кишечника, они прекрасно понимают, что давая ту или иную терапию, или снижающую температуру, или, допустим, посимптомное лечение, они прекрасно понимают, что защита кишечника стоит тоже рядышком. И дают препараты, которые йогурт позволят... Например. Нет, ну, йогурт это немножечко нет, но есть другие пробиотики, которые прекрасно сочетаемы с антибиотикотерапией. А, тобто треба одразу, так? Да. Вживати їх одразу, не чекати, поки пройде період лікування антибіотиками, а потім... Паралельно. Угу. Совершенно правильно. І здесь я хочу сделать маленький акцент на то, что в период вот таких вот обострений пациенты очень любят увлекаться кисломолочной продукцией. Пожалуйста, не нужно этого делать, поскольку кисломолочную продукцию очень любит грибковая флора. И сладости, и кисломолочную продукцию. А когда мы принимаем антибиотикотерапию, обязательно произойдет какой-то сбой в этой флоре. И грибы могут как бы частично замещать нормальную флору. Поэтому резко сократите кисломолочную продукцию. Вот. А клетчатка, белковая пища обязательно, витамины, то есть ту терапию, которую конкретно подберет для вас индивидуально ваш лечащий доктор. Пані Наталя, чи можна зірвати шлунок, як то кажуть? От знаєте, часто чути так, що я ось все було добре, все було ніби нічого, але от зірвався шлунок. Що це мається на увазі і чим саме можна його зірвати? Ну, понятие «сорвать желудок» – это скорее обывательское представление. Звичайно, звичайно, да. Так. Потому что в гастроэнтерологии есть такое понятие, как обострение хронического заболевания. Угу. Как я уже перечисляла, те хронические заболевания, которые обостряются в период весенне-осеннего, так межсезонья, то здесь, скорее всего, есть контраст в приеме продуктов. Ну, сейчас не те съев, так? Да, конечно. Потому что соление, мы же летом все консервируем. И, естественно, мы за зиму должны все это съесть. А куда же не выбросишь. Вот. Поэтому такая вот повышенная стимуляция соляной кислоты, большой выброс желчи, это то, что способствует... Плюс медикаменты, мы не должны об этом тоже забывать. Вот. Все это та вся агрессивная среда, которая и приводит к обострению тех или иных заболеваний. Поэтому сорвать желудок – это, скорее всего, просто обострение хронического процесса. Так, пані Наталя, ми вже так вирішили, побачили вже, які саме можуть бути причини, чим можна нашкодити собі. А тепер наступне питання, як зробити так, щоб швидше вийти з такої ситуації. Коли ви, наприклад, загострили собі проблему, то як зняти усі ці симптоми, больові симптоми, так? Чи, можливо, гострі якісь вирази вашого стану? Ну, я бы начала с того, что если уже такое случилось, если обострилось заболевание, убедительная просьба обратиться к врачу или к семейнику, или к гастроэнтерологу, то есть к тому, который вас знает как пациента, для того, чтобы можно было, во-первых, найти причину, это самое главное, во-вторых, помочь сбалансировать вам диету. Но если уже такое произошло и нет времени идти к врачу, тогда запомните основные правила. Это первое. Пища должна употребляться 4-5 раз. Это обязательно. То есть желудок не должен голодать. Второй момент – это то, что пища должна быть теплой. Подчеркиваю, не горячей и не холодной. Холодный вызывает спазм, а горячий, наоборот, может обжигать слизистую и, самое главное, пищевод. Зачем же нам проблемы с пищеводом и желудком? Третий момент.
это больше употреблять белковой пищи. То есть это мясо, это рыба. И убрать все агрессивные продукты. Это кофе, алкоголь. Это прежде всего фастфуды. Это то, что не дает возможности переваривать то, что вы употребляете. Поджелудочная железа не успевает с этими продуктами справиться. Отсюда возникает и болевой синдром. Далее. Обязательно заниматься активно физическими нагрузками, потому что за зимний период мы более гиподинамичны, мы меньше двигаемся, мы меньше бываем на воздухе. И здесь нужно начать для того, чтобы активно бывать на воздухе. Стресс ведь тоже, мы не застрахованы. Не у каждого человека есть стрессоустойчивость. А ведь он является тоже провокатором к обострению многих заболеваний. Кстати, до сих пор есть тоже спор, что язвенная болезнь может быть и причиной стресса. Вот такой момент. Конечно, коррекция микрофлоры – это употребление клетчатки, это употребление свежих фруктов и овощей. Но здесь, уважаемые пациенты, я хотела бы сделать некоторое отступление, так сказать, по скриптум, потому что не при каждой патологии разрешаются свежие фрукты и овощи. Поэтому корректировку, так сказать, балансировку следует посоветоваться с вашим гастроэнтерологом. Может, треба зварити або спекти навіть? Да, так? Совершенно верно. То есть пища должна готовиться на пару. Или лучше всего я своим пациентам рекомендую именно в духовке, потому что мы сохраним и клетчатку, и минеральный состав, и вкусовые качества. Смачнейшая же она, да, там, звичайно. Да, конечно, и мясо, и рыба, и овощи, и фрукты. Ну вот яблоки, например, да, прекрасный пектин для кишечника. Мы можем приготавливать это в духовке. Замечательно. И последний нюанс, тоже немаловажный, это последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна. И сюда еще нужно добавить водный режим. Потому что в течение зимы не каждый употребляет от 1,5 до 2 литров жидкости. А нам это нужно для того, чтобы растворять и жиры, и витамины, и восполнить тот баланс. А, простите, вода влияет и на формирование каловых масс. Потому что в зимний период могут развиваться больше запоры. Поэтому вода нужна і для этого. Пані Наталя, ну справді такі дуже класні поради. Все це я собі теж занотувала, буду користуватися. Всі ми нібито трошки пам'ятаємо, що так повинно бути, але ж не завжди дотримуємось. З приводу солі та цукру. От зараз багато дієтологів говорять про те, що треба кардинально зменшити вживання солі та цукру, навіть відмовитись від цукру так взагалі, а солі повинно бути, ну там, грамів 5. От так говорять. Чи це справді корисна порада? Ну, я вам хочу сказати, що цей вопрос дуже спорний. Тому що в залежності від того, яка патологія у пацієнта, например, гипертоникам резко нужно ограничить употребление соли. Ну, как бы другие в диетах говорят, что овощи, например, нужно есть без соли вообще. Вот. А в остальную пищу добавлять минимально. Но поверьте мне, что, используя вот эти советы, вы вполне через какое-то время будете воспринимать эту пищу как обычную соленую. И потом все продукты, они в себе содержат соль. Поэтому добавлять еще, а ведь соль задерживает жидкость в организме, это и периферические отеки, и это отеки на лице. Зачем нам это нужно? Сахар. Сахар, у пациентов, страдающих гастропатологией, и на сегодняшний день как бы очень выросли панкреатиты. И вот эта вот сахар, она стимулирует инсулярный аппарат, это выделение инсулина. И не совсем это
правильно, потому что мы не знаем семейный анамнез. А если у нас родственники, предположим, страдали сахарным диабетом, и восприимчивость и выделение инсулина на ту глюкозу, которую она получает, может не соответствовать. Это, так сказать, непереносимость, да, или недостаточность вот, инсулярного аппарата. Тобто це такий наслідковий момент, так, на який треба звернути увагу, обов'язково. Да. На сегодняшний день наследственность, в общем-то, стала играть немаловажную роль. Потому что, вот, например, есть такие заболевания кишечника, как колоректальные раки, которые стали, к сожалению, занимать не последнее место. Различные аутоиммунные заболевания, такие грозные, как Крона, неспецифический язвенный болезнь, они имеют тоже какую-то генетическую предрасположенность. И вот здесь я считаю, что должна быть задача и пожелание пациента в том, чтобы определить свой генетический фон. А ведь ген – это та информация, которая несет информацию наших родственников. Но может вот это наследование тех или иных заболеваний передаваться не поколение в поколение, а через поколение. И вот здесь генетика, определение генов кишечника, мы можем узнать вот ту информацию, есть предрасположенность к этим грозным заболеваниям или нет. А кого запитувати? Я перепрошую, маму, бабусю, по жіночій лінії, наприклад, мені запитувати, чи з боку батька? Нет, вы просто спрашиваете, это так называемый семейный анамнез, какие родственники какую патологию переносили. То есть они могут сказать, бабушка болела тем-то, да, предположим, у нее был рак кишечника. Или, предположим, у бабушки, у папы была язвенная болезнь. Вот здесь уже идет настороженность. Или, предположим, пациенты говорят, у моей мамы хронические колиты. А вот здесь, исследовав гены кишечника, мы можем узнать, действительно ли у этого пациента могут бы развиться такие заболевания. То есть вот считка этой информации позволяет гастроэнтерологу и генетику правильно составить его дальнейшую жизнь. Гены не меняются в процессе нашей жизни. И достаточно только один раз определить определенные гены, да, а их, представьте, у нас 20 тысяч, но мы можем определить в зависимости от наследственности конкретно гены той зоны, которая может давать какие-то заболевания в будущем. И вот узнав эту информацию, мы объясняем пациентам, как себя вести. Мы правильно составляем ему режим дня и отдыха. Мы правильно составляем ему диету. А ведь есть такие заболевания, как, например, лактазная недостаточность или, например, целиакия. Ну, пацієнти, так, звичайно. Якщо тато не міг пити молоко, наприклад, так, то чому ж нам треба розраховувати на те, що ми зможемо? Так, ми зможемо, звісно. І пацієнти порою приходять і говорять, я не можу їсти білий хліб, я не можу їсти продукти з пшениці. І коли ми перевіряємо, вот робимо ці дослідження, ми можемо сказати, мій дорогий, от вам конкретна дієта. Ведь в этом и заключается изюминка этих исследований. Наскільки добре, так? Ми ж можемо одразу вже зрозуміти, що з нами не так, і як в майбутньому скоректувати усі моменти нашого життя. Так? Ми ж будемо здоровими. Конечно. В майбутньому. Самое главное, что мы будем вооружены так. против тех или иных заболеваний, грозных заболеваний. А на сегодняшний день важна профилактика, а не лечение. І легше, дешевше. Дешевше, так, звичайно. Вот. Поэтому, конечно, сделав это один раз, мы на всю оставшуюся жизнь будем четко понимать, вот это можно, а это на всю жизнь нельзя. При лактазной недостаточности, при целиакии мы должны пожизненно знать.
А ви знаєте, пані Наталя, що не всі люди погоджуються. І є такі люди, які кажуть, так для чого мені жити так якісно, якщо я не можу з'їсти смаженого, наприклад. Я так люблю курочку смажену з коринкою, а мені не можна. От, чи є вірогідність того, що вилікувавшись від усього, людина таки зможе спробувати ту курочку, наприклад? Ну, хронічні заболівання не вилічуються. Вони, к сожалению, остаються. Но мы можем сделать, мы это гастроэнтерологи, я как бы говорю, поскольку так, это так. Имеется в виду гастропатология, мы можем рассказать пациенту, как себя защитить. И съев ту же самую жареную курочку, но вы предварительно выпейте те или иные препараты и защитите себя. И самое важное в том, что хроническое заболевание мы можем ввести в ремиссию. То есть не дать выскочить этому монстру, ухудшить ваше самочувствие и качество жизни. Поэтому вот и в предпраздничные, и праздничные дни, и послепраздничные дни, любовь или любых торжеств, я всегда пациентам даю такую маленькую наметочку, для того, чтобы они понимали, что сделав вот эти пункты, мы можем защититься, получить удовольствие и не быть белой вороной за столом и среди гостей. Это я очень важно. Дякую, пані Наталі, насправді стільки всього корисного ми сьогодні почули. І я так думаю, що люди, які все це слухали, записали собі, занотували, ще раз можна передивитися, бо на Ютубі буде ця програма. І, звісно ж, ми запам'ятаємо для себе. І, звичайно, в першу чергу це профілактика. Ми повинні розуміти, що це найголовніше. Лікування то вже тоді, коли вже немає більше ніяких варіантів. Тоді вже ми лікуємося. Так, да, безусловно. Безусловно. И хотелось бы все-таки пожелать нашим пациентам еще раз понять одну простую вещь, что если вы страдаете хроническими заболеваниями, хоть один раз в год, но нужно проверить состояние своего организма для того, чтобы не было этих обострений, для того, чтобы вы с удовольствием встречали все праздники, встречали весну. І були здорові і щасливі. Це дуже важливо. Дуже дякую вам, пані Наталі. Вам теж бажаємо здоров'я міцного, щоб все було добре. Ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.